Ну что ж, это цепь тройной ромб. И сегодня это специальное предложение нашей рубрики и нашего канала. Знаете, я искренне радуюсь, когда именно ювелирные изделия становятся нашим специальным предложением, потому что ювелирные изделия – это не всегда доступный товар, согласитесь. Но мы стараемся по цене специального предложения предложить вам действительно очень-очень приятную цену. Вы только посмотрите, цепь такого благородного, такого богатого плетения – тройной ромб по цене всего лишь 999 рублей. Я обращаю ваше внимание на то, что цепь тройной ромб представлена у нас в вариантах длины от 35 до 70 сантиметров. Это достаточно редкий размерный ряд. В магазине вы найдете на одну модель, ну, около 3-4, ну ладно, 5 длин это максимум. А у нас вот такой размерный ряд от 35 до 70 сантиметров на любой вкус, цвет и кошелек. Ну, а цепь тройной ромб действительно абсолютно универсальна. Она подойдет мужчинам и женщинам, взрослым и детям. Ее можно носить с подвесками. Причем мы с вами уже выяснили, и с подвесками светского характера, как крест декоративный. И давайте мы покажем общий план. С подвесками вполне себе религиозного характера, как подвеска из комплекта «Символ веры». Это нательная икона с изображением Троицы. Ну и более того, эта цепь хороша как самостоятельное украшение. Вы видите, как она блестит? Благодаря тому, что нанесены алмазные грани на каждое звено. Блеск фантастический. И цепь можно носить как колье, особенно если вы закажете 3 цепочки и будете носить каскадом. Ну а как же подобрать длину цепочки? Этот вопрос у вас наверняка возникает. Давайте на него ответим. У нас широкий размерный ряд от 35 до 70 сантиметров. 35 сантиметров, 40 сантиметров – отличная длина для детей. А вот уже 50-55 подойдет под колье, под декольте, и действительно будет выглядеть как колье. Самые длинные цепи – 60, 65 и 70 сантиметров длиной. Я рекомендую мужчинам, рекомендую сочетать с, допустим, с крестами или с той же самой иконой с изображением Троица. Когда мы говорим о цепочке, для нас очень важен вопрос надежности, чтобы эту цепь мы никогда не потеряли, а уж тем более, если мы носим с крестиком или с любой другой подвеской, чтобы мы и подвеску не потеряли. Будьте уверены, что эта цепь еще и очень надежная, ведь это карабин. Замочек проверенный временем. Между прочим, карабин делается не на всех украшениях, а только на самых дорогих, потому что он непростой по технике исполнения. Кстати, обратите внимание, на карабине мы видим отметку производителя, завод-изготовитель поставил свой именик, как и полагается. И, конечно же, пробу, 925-ю пробу мы видим на колечке рядом с застежкой. Серебро в золочении, вот из чего выполнена эта цепь, если вы еще не прочитали информацию в листке на экране. Но я уверена, что многие из вас, посмотрев на эту цепочку, с первого взгляда даже не сомневались, что она золотая. Действительно, золоченые украшения выглядят именно так, как золотые. Если это высококлассно, если это надежное, качественное покрытие золотом, отличить от чистого золота не сможет даже профессионал. Нужно только искать пробу, нужно смотреть на паспорт, только тогда будет понятно, что это золочение. Я хочу ваше внимание также обратить на документ. Мы посмотрели на отметки, на клеймо, на именник производителя. У каждого украшения есть еще и свой паспорт. Это ювелирное изделие, это не бижутерия, поэтому вместе с цепью, с каждой цепью, сколько бы вы их ни заказали, вы получите паспорт. Это цепь тройной ромб, серебро в золочении. У меня длина 50 сантиметров и вес более 7 грамм, очень доступно. Серебро, покрытое золотом, неотличимо от чистого золота. Кстати, если мы с вами представим, что цепочка полностью золотая, то, например, 7-граммовая золотая цепь будет стоить порядка 35 тысяч рублей. Наша цена всего лишь 999 за самую короткую версию. Скидка составляет 1300 рублей. Единственное, помните о том, что это ювелирное изделие. Относитесь к нему по-ювелирному тонко. Для того, чтобы золоченое украшение долго вам прослужило, снимайте его, когда занимаетесь уборкой, не надевайте до того, как нанесете крем или духи на тело, ну и, конечно же, не подвергайте нагреву, и отправляясь на море, на пляж, купаться, тоже снимайте свои золоченые украшения, и тогда они верой и правдой будут служить вам долгие-долгие годы. Ну а эта цепь абсолютная классика, она из моды не выйдет, она подойдет и мужчине, и женщине, поэтому, я думаю, станет одним из самых любимых украшений всей вашей семьи. Посмотрите на этот блеск, вот не так давно была на ювелирной
ювелирном заводе и как раз еще раз пронаблюдала за тем, как наносятся эти грани, как добиваются ювелиры фантастического блеска на цепочках. Связано это с тем, что действительно алмазом, поэтому называется алмазные грани, техническим алмазом наносятся вот такие вот грани. Причем несколько головок с алмазами, порядка 3-4, а то и 5, в зависимости от того, какого рисунка добивается ювелир. Вот такое вот количество этих алмазов проходит по цепочке, наносит эти самые грани. В результате у нас получается еще и блеск алмазный, согласитесь. Если будут все думать, что на вашем украшении имеются камушки, как будто бы это колье. Кстати, к вопросу о колье. Смотрите, что я вам предлагаю. Вот то, о чем я и говорила. Носить эту цепь очень здорово каскадом. Выберите несколько длин, благо у нас широчайший размерный ряд от 35 до 40 сантиметров, и носите как колье. Вы можете смело дополнить одну из цепей, допустим, кулоном, а другие оставить без подвесок. Ну, а я хочу сейчас обратить ваше внимание на комфорт этой цепочки. Мы поговорили о надежности, потому что тут используется замок-карабин, цепь надежна. Но давайте посмотрим на то, что это украшение еще очень комфортно в носке. Плетение тройной ромб, обратите, пожалуйста, внимание, не ломается и не заламывается. Оно идеально подойдет для нательного крестика или для нательной иконы. С ним никогда ничего не произойдет.